Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Supremanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Tato Jaya Mudiraye Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nasta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Bhaktir Bhavati Naistiki This morning we're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 2, Text Number 9. Итак, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 2, текст 9. Дармасья хи апаваргасья Дармасья хи апаваргасья Нарторитайо Пакалпате Нарторитайо Пакалпате Нартасья дармай кантасья Нартасья дармай кантасья
Камолабая хисмрита. Камолабая хисмрита. Дармасья хи апаваргасья. Дармасья хи апаваргасья. Нарторитая пакалпате. Нарторитая пакалпате. Нартасья дармай кантасья. Нартасья дармар кайтасья. Камолабая хисмрита. Камолабая хисмрита. Дармасья хи апаваргасья. Дармасья хи апаваргасья. Нарторитайо пакалпате. Нарторитайо пакалпате. Нартасья дармай кантасья. Кантасья, Нартасья дармай кантасья. Камолабая хисмрита. Камолабая хисмрита. Чен. Дармасья хья паваргасья. Дармасья хья паваргасья. Нартхортхе. Нартхо. Нартхья пакалпате. Нартхотхья йоргаталпате. Нартхасья дхармай кантасья. Нартхасья дармай кантасья. Камолабхая хисмрита. Камолабхая хисмрита. Дхармасья хи апаваргасья. Дхармасья хи апаваргасья. Нартхотхья апакал. Нартхори тхайо пакалпате. Нартхасья дхарма кантасья. Нартхасья дхарма кантасья. Камолабхая хисмрита. Камолабхая хисмрита. Дхармасья хи... Да, дхармасья хья паваргасья. Дхармасья хья паваргасья. Нартхортхайо пакалпате. Нартхасья дхармай кантасья. Нартхасья дхармай кантасья. Камолабхая хисмритах. Камолабхая хисмритах. Дхармасья и апаваргасья. Дхармасья и апаваргасья. Нартхортхайо пакалпате. Нартхасья дхарма и кантасья. Нартхасья дхарма и кантасья. Камолабхая хисмритах. Камолабхая хисмритах. Дхармасья хья паваргасья. Дхармасья хья паваргасья. Нартхортхайо пакалпате. Нартхортхайо пакалпате. Нартхасья дхармай кантасья. Нартхасья дхармай кантасья. Камолабхая хи камолабхая хисмрита. Камолабхая хисмрита. With my word? Mm-hmm. Пословный перевод. Дармася, дармася, предписанные обязанности. Предписанные обязанности. Хи, хи, безусловно. Безусловно. Апаваргасья, апаваргасья, окончательное освобождение. Окончательное освобождение. На. Не. Не. Артах, цель. Цель. Артхая, артхая, для материальной выгоды. Для материальной выгоды. Упакалпате, упакалпате, предназначен. Предназначен. На. Ни. Артхася, артхася, материальной выгоды. Материальной выгоды. Дхармаэка антася. Дхармаэка антася. Тем, кто занят высшим служением. Тем, кто занят высшим служением. Камах. Камах. Удовлетворение чувств. Удовлетворение чувств. Лабхая. Лабхая. Для достижения. Для достижения. Хи. Хи. Точно. Точно. Смритах. Смритах. Поведано великими мудрецами. Поведано великими мудрецами. Перевод стиха. Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды.
Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств. Комментарий. Мы уже говорили, что чистое преданное служение Господу естественным образом приводит к совершенному знанию и отречению от материального бытия. Но есть люди, которые считают, что цель всякой деятельности, в том числе и религиозной, — достижение материальной выгоды. Обыкновенный человек, в какой бы части света он ни жил, как правило, стремится извлечь материальную выгоду из религиозного или любого другого служения. Даже ведические писания предлагают для всех видов религиозной деятельности приманку в виде материальной выгоды, и большинство прельщается именно этими благами, которые должна принести им религиозность. Почему же так называемых религиозных людей привлекает материальная выгода? Потому что она позволяет им осуществлять их желания, а это, в свою очередь, удовлетворяет стремление человека к чувственным удовольствиям. Этот цикл предписанной деятельности включает в себя так называемую религиозную деятельность, которая приносит материальную выгоду, позволяющую в свою очередь осуществлять желание. Удовлетворение чувств – основное занятие постоянно занятых людей всех типов. Но в данной шлоке, следуя утверждению Шримад Бхагаватам, Сута Госвами отвергает его. Человеку не следует заниматься каким бы то ни было предписанным служением только ради материальной выгоды. Более того, материальную выгоду нельзя использовать для удовлетворения чувств. Как нужно ее использовать, объясняется в следующем стихе. Шри Чайтанья Мановиштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупа Кадамаям Дадати Свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Ютта Падакамалам Шри Гурун Вайшнавамща Шри Рупам Саграджатам Саганат Гунатам Витам Там Садживам Сарвайтам Савадутам Паричана Сайтам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Ларита Шри Вишака Нитамща Эй, Кришна, Карна, Синду, Дина, Банду, Джагатпате, Гопиша, Гопика, Канта, Рада, Канта, Намостуте, Тапта, Канчана, Гоуранге, Раде, Вриндаванешвари, Вришабану, Суте, Деви, Пранамами, Хари, Прие, Ванча Каупата Рубьяща, Крипа Синду Баевача, Патитанам Паванебьо, Вайшнавебьо Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гур Бхактавринда, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sutta Goswami is replying to the questions put to him by the sages in the Naimisharanya forest. Sutta Goswami отвечает на вопросы мудрецов, которые они задавали ему в лесу Наимишаранья. The sages knew Kali Yuga was beginning. Мудрецы знали, что Кали-юга уже началась. So they wanted to hear from Sutta Goswami what was the essence of the Vedas. И они хотели услышать от Сутты Госвами, в чем же состоит квинтэссенция всех Вед. Because to read the Vedas, if you want to read the Vedas, all the Vedas, it's a lot of reading. There's many books, there's so many verses. Если вы захотите прочитать все Веды, вы никогда не сможете закончить, потому что они состоят из огромного количества книг и огромного количества стихов.
And if you show people Srimad Bhagavatam, they say, oh, I could never read all that. И когда вы показываете людям Шримад Бхагаватам, они открывают глаза от удивления и говорят, я никогда не смогу прочитать все это. I told a person Bhagavad Gita one time, he said, do you read such a big book? Однажды я показал человеку Бхагавад-гиту, и он спросил, ты читаешь такую огромную книгу? Bhagavad-gita is only the one book. Бхагавад-гита — это всего лишь одна книга. We have many books to read. У нас так много книг для того, чтобы почитать. So the Vedas are even more books. We could never read all the Vedas. А веды — это еще большее количество книг, и мы никогда не сможем их прочитать. So the sages wanted to know what is the main points from the Vedas. И мудрецы хотели знать, в чем же состоит суть всех вед. So Sutta Goswami is Sutta Goswami had heard Srimad Bhagavatam from Sukadev Goswami. Сутта Госвами услышал Шримад Бхагаватам от Шукадевы Госвами. Sukadeva Goswami has already spoken the Srimad Bhagavatam to Maharaj Parikshit before his death. Shukadeva Goswami уже рассказывал Шримад Бхагаватам Махараджу Парикшиту перед его смертью. At that time Sutta Goswami was there. And then he came back after hearing, he came back to Naimisharanya and he has to speak in Naimisharanya. И в то время Сутта Госвами присутствовал там, когда Шримад Бхагаватам рассказывал Шукадева Госвами. И потом Сутта Госвами пошел в Наймишаранью и рассказывал Шримад Бхагаватам там. So he's explaining to all of us that life is not meant just for sense gratification. И он объясняет нам, что жизнь не предназначена только для чувственных наслаждений. Most people in the material world just simply one. They just simply live for the pleasure of the senses. Большинство людей в материальном же мире живет только для удовлетворения материальных чувств. The pleasure of the senses mean eating, sleeping, mating, defending. И удовлетворение чувств значит еда, сон, совокупление и оборона. And this is what the animals are doing. Это все то, чем занимаются животные. The dogs in the street, they are also thinking about this. Собаки на улицах думают о том же самом. The pigs, all the bears, all the creatures, even the mosquitoes. Свиньи, медведи, все живые существа, даже комары думают об этом. They just live for sense gratification. Они живут просто для чувственных удовольствий. But human life is meant for something more. Но человеческая жизнь предназначена для чего-то большего. So in human life we have religion. В человеческой жизни мы имеем религию. The animals don't have any religion. У животных нет никакой религии. But human beings have the opportunity to practice religion. Но человеческие существа имеют возможность практиковать религиозную деятельность. Just like we see here in Russia, every city there's a big Russian Orthodox Church with a big cross on the top and the copper dome. И здесь в России мы можем видеть, в каждом городе есть большая церковь с большим крестом на макушке, с куполами. Even though Russia had many years of communism, but still they have these places of religion. Несмотря на то, что в России было так много лет коммунизма, до сих пор в ней есть эти места религиозности. But the problem is, people think religion is for praying to God to get our material desires fulfilled. Но проблема состоит в том, что люди думают, что религия состоит в том, чтобы молиться Господу о том, чтобы Он выполнил их материальное желание. We go to God, oh God, oh God, oh Krishna, I need this, I need. We come like with a list, just like you go to the shop and you say, give me sugar, give me butter, give me rice. We go to God, give me, give me, give me.
и мы приходим к Богу и говорим: «Пожалуйста, дай мне, Кришна, пожалуйста, дай мне». Мы приходим к Богу со списком, как мы ходим в магазин, допустим, где написано так: «Купить сахар, масло» и так далее. Так и в церковь к Богу мы приходим также со списком и только и говорим: «Дай мне, дай мне, дай мне». So we are thinking, religion is just something we, when we need something, we pray to God. И поэтому мы думаем, что религия это то, что, когда нам что-то нужно, для этого нужно помолиться Богу. Even in India, they will say that when we are happy, we will think of our money. Даже в Индии говорится, что когда мы счастливы, мы думаем о деньгах. And when we are in distress, we will pray to God. Но когда мы несчастны, мы молимся Богу. So, when we are happy, we should also pray to God. Но даже когда мы счастливы, мы должны возносить Богу свои молитвы. The problem is what to pray for. Проблема состоит в том, о чем молиться. We know we have to pray. Мы знаем, что мы должны молиться. Human being, with civilized people. Religious people, they will pray. Человеческие существа — это цивилизованные люди, и они должны возносить молитвы. The question is, what to pray for? Вопрос состоит в том, о чем молиться. Now, when Prabhupada was in America, there was this one man came to see Prabhupada. He was an evangelist. It means he's a preacher, but he preaches about God, and at the same time he played guitar and he sang songs about God, you know. А однажды в Америке к Шриле Прабхупаде пришел один человек, и он занимался проповедью, которая состояла в том, что он ездил повсюду и пел песни, играл на гитаре и пел песни о Боге. He was a black man, black body. А у него было черное тело. And his name was the Reverend, means he's a minister of religion, Reverend, just like we have His Holiness. So he was Reverend. Mm-hmm. He was Reverend Gary Davis was his name. Его звали министр Гарри Дэвис, министр, ну как такое статус, да, который бы значил. So he came to see Prabhupada. Министр религии. And he was saying to Prabhupada, he was saying, Swamiji, what to pray for? What to pray for? И он пришел к Прабхупаде и спросил его: Свамиджи, о чем молиться? О чем молиться? He could understand that it's not good to actually just go to God to pray for material things. И на самом деле он понимал, что к Богу нужно ходить не для того, чтобы молиться о каких-то материальных вещах. But he didn't know what you're supposed to pray for. Но он не знал, о чем мы должны молиться, о чем следует молиться. And so, to Prabhupada, it was very clear. Для Прабхупады это было очень понятно. Prabhupada explained to him that we should simply pray to God, please engage me in your service. И Прабхупада ответил ему: мы должны молиться Господу лишь о том, чтобы Он занял нас в преданном служении Ему. Oh, why service? Why we should pray for service? Почему же мы должны молиться о том, чтобы Он дал нам служение? Because service is a sign of love. Потому что служение — это знак любви. No, people often say, what is love? Люди часто говорят, что такое любовь. Last night we heard one young man speaking. He was saying that before becoming a devotee, he did not know what was love. Вчера вечером один молодой человек нам говорил о том, что до сознания Кришны он не знал, что такое любовь. But coming to Krishna consciousness, then we learn that love means to Krishna, and we show that love to Krishna by service. Но став сознающим Кришну, мы понимаем, что любовь — это служение Кришне. We are meant for service. Мы предназначены для служения. But she is serving in the hospital, serving the sick. Например, Матаджи, она служит в больнице. Somebody is serving her
She's serving her son and her husband. Иногда она служит сыну и мужу другой матаджи. And somebody else is serving country, serving society. Кто-то еще служит стране, кто-то служит обществу. But ultimately we are all meant for service to Krishna. Но все мы предназначены для того, чтобы служить Кришне. When we chant Hare Krishna, our chanting is a prayer to Krishna. O Supreme Lord Krishna, O Supreme Lord Rama, O Supreme Energy of the Lord Hari, please engage me in your service. Когда мы воспеваем Хари Кришна, мы также возносим свои молитвы Господу, в которых говорим: «О Господь Кришна, о Верховный Господь Рама, о энергия Господа Хари, пожалуйста, займите меня в преданном служении». So our dharma is service to Krishna. Наша дхарма — это служение Кришне. But in material world, everyone is simply serving for their own pleasure, for their own enjoyment. Но в материальном мире все служат своему удовольствию, служат своему наслаждению. We are serving the senses to satisfy the body. И мы служим чувствам для того, чтобы удовлетворить свое тело. We don't care about the soul. Мы не заботимся о душе. We are simply working for sense gratification. Мы просто работаем для чувственного удовольствия. That sense gratification can never satisfy us. Но это чувственное удовольствие никогда не сможет удовлетворить нас. It is described in Bhagavad Gita how it, the desire for sense gratification, we simply describe it as lust. It is simply lust. И в Бхагавад-гите желание чувственных наслаждений описывается как вожделение. And that lust burns like a fire. Это вожделение горит как огонь. And the nature of the fire is it's never satisfied. И природа огня состоит в том, что он никогда не удовлетворен. The more you put fuel on the fire, the more it burns. Чем больше вы кладете топлива в огонь, тем больше он разгорается. And if you extinguish the fire, then there's no fire anymore. Но если вы его не подкармливаете, тогда он не становится больше. So Krishna consciousness is meant for purifying our consciousness. И сознание Кришны означает очищение нашего сознания. Not to just only cultivate material desires. Not just simply working for sense gratification. Не живите просто для чувственных удовольствий и не работайте только для удовлетворения материальных чувств. Now we all have to work. Все мы должны работать. And when we work, there should be some profit from the work. И когда мы работаем, от этого есть какая-то выгода. We should get something. Мы должны что-то получить за свою And работу. And certainly when we do service for Krishna, working for Krishna, we should get something. И, конечно же, когда мы служим Кришне, мы тоже должны что-то за это получить. What do we get from serving Krishna? Что же мы получаем от того, когда служим Кришне? We get more service. Мы получаем еще больше служения. More work. Больше работы. We get purification. Мы получаем очищение. We get detachment from the material pleasure. Мы получаем отречение от материальных удовольствий. And we get transcendental knowledge. И мы получаем трансцендентное знание. Right. Devotional service is followed. When we do devotional service, then we also get transcendental knowledge and detachment from the material. Когда мы занимаемся преданным служением, мы также получаем трансцендентное знание и отвязываемся от материальных вещей. Just like when we eat, we get relief from hunger. И когда мы, например, едим, точно так же мы освобождаемся от голода. But we also get strength, nourishment. Но в то же самое время мы получаем питание и силу. And then satisfaction. И удовлетворение. These things all come as we eat. But you don't just eat one bite.
И все эти вещи приходят только потому, что мы едим. We need to eat the full meal. Но мы не можем удовлетвориться каким-то маленьким кусочком. Мы должны есть полноценно. And so the same way we have to do devotional service. И подобным же образом мы должны заниматься преданным служением. We have to perform that service regularly. Мы должны заниматься им регулярно, постоянно. And without interruption. Не прерываясь. Then we can experience the change, the transformation. Тогда у нас будет опыт изменения, трансформации. Devotees were describing last night how they have changed since they became devotee. Вчера вечером преданные рассказывали, как они изменились с тех пор, как стали преданными. The one man was saying, "People at my work said I'm like a different person." Один мужчина сказал, на моей работе все заметили, что я стал абсолютно другим. Yeah, devotional service is very powerful. Преданное служение очень могущественно. We know. Narada Muni met a hunter. The hunter was killing animals very cruelly. Мы знаем, что Нарада Муни однажды повстречался с охотником, и этот охотник безжалостно убивал животных. And Narada Muni got the man to hunt, to stop the hunting and to chant. И Нарада Муни превратил охотника в того, кто не занимается охотой, а повторяет святые имена. And then when Narada Muni came back to see the man, then he would not even kill even little insects. И когда через какое-то время Нарада Муни вернулся для того, чтобы навестить этого человека, он увидел, что этот бывший охотник теперь не может даже убить и муравья. He was moving them, sweeping them gently out of the way. И он аккуратно их сметал со своего пути. This is one example, one person, how he changed just simply by a little devotional service. Это пример того, как один человек изменился благодаря небольшому преданному служению. But we see in the Krishna consciousness movement many, many examples. Но в движении сознания Кришны мы видим множество таких примеров. One lady in China was telling me, she said, before we became devotees, my husband was very nasty, very angry all the time. Now he's so different. Одна преданная в Китае рассказывала мне, что перед тем, как прийти в сознание Кришны, мой муж был очень-очень гневным. So devotional service. When we perform devotional service for Krishna, it's not that we're not getting anything. Но потом он изменился, и преданное служение — это то, что не значит, что мы что-то получаем. Of course, you're not getting sense gratification. Конечно, здесь вы не получите чувственного удовольствия. Right? You come to Krishna consciousness. Don't be looking for sense gratification. Когда вы приходите в сознание Кришны, не ищите здесь чувственных удовольствий. Well, some sense gratification is there. Some little pleasure. There must be some sense gratification. Не думайте о том, что здесь вот должно быть вот хоть какое-то чувственное удовлетворение. Prabhupada said, sense gratification is like salt. If you cook and no salt, then taste is not good. Шрила Прабхупада говорил, что чувственное удовольствие подобно соли. Когда вы готовите и не кладете в пищу соль, то она не имеет никакого вкуса. And too much salt, then also no good. Но если соли очень много, это тоже весьма нехорошо. So, yeah, we need some sense gratification. So we have prasadam. Да, нам нужно какое-то чувственное удовлетворение, для этого есть у нас прасад. We have our simple prasadam, like last night. We have some watermelon, fruits. И нам нужен какой-то простой прасад, например, вчера вечером, да, арбуз, фрукты. No, the materialist would say, oh, this is not good. Материалист бы сказал, о, нет, это не совсем хорошая пища. But for devotees, it's prasadam. Но для преданных это прасад. Right. We have our sense gratification, chanting, dancing. У нас есть свое чувственное удовольствие, повторение, пение, танцы. Spiritual sense gratification. Духовное удовлетворение чувств. In relation to Krishna. В связи с Господом. Not material sense gratification.
нематериальное удовлетворение чувств. Devotee doesn't want material sense gratification. Преданные не хотят для себя материальных чувственных удовольствий. Because material pleasures bind one to the material world. Поскольку материальные удовольствия низвергают человека в материальный мир. The more we try to enjoy, the more we try to take from the material world, the more we become entangled in this material world. И чем больше мы наслаждаем свои чувства, чем больше мы пытаемся удовлетворить себя, тем больше мы погружаемся в этот материальный мир. We become bound by the law of karma. We become tied up. И нас прижимают законы кармы. We're not getting free by sense gratification. И мы не сможем стать свободными, наслаждая свои чувства. People think, oh, I'm free, I can do what I like. Люди думают, о, я свободен, я могу делать все, что я захочу. I can eat whatever I like. Я могу есть все, что мне нравится. If I want to sleep, I can sleep. Если я хочу спать, то я посплю. I'm free. Я свободен. They're not free. Они не свободны They're на самом деле. They're controlled by the material energy. Они находятся под контролем материальной энергии. It's the modes of nature which are forcing them to act. Это гуны природы, и они заставляют людей действовать. And everyone in the material world is like that. They're controlled by the material nature. Каждый, кто находится в материальном мире, находится под контролем материальной природы. Of course, we are also not free. И мы также не свободны. We are controlled by the spiritual energy, however. Нас контролирует духовная энергия. No one's free. Никто не свободен. Everyone is controlled. Все находятся под контролем. The materialists are controlled by the material energy, and the devotees are under the spiritual energy. Материалисты находятся под контролем материальной энергии, а преданные под контролем духовной энергии. But the material energy is a very cruel master. Но материальная энергия — это очень жестокий господин. Gives us one trouble after another. Он дает нам одну проблему за другой. But the spiritual energy is very nice master. Но духовная энергия — это очень хороший господин. Spiritual energy is very caring and loving, gentle. Духовная энергия очень мягкая, очень любящая. And that is why when people go to the spiritual energy, when they take shelter of Krishna, they never go back to the material world. И поэтому люди идут в сознание Кришны и уже никогда не возвращаются к материальным вещам. Because they're experiencing the pleasure, they're experiencing that mercy. Потому что они обретают опыт этой милости. So Sutta Goswami is telling all of us that life is not meant just simply for sense gratification. И поэтому Сутта Госвами говорит нам, что жизнь не предназначена только для чувственных удовольствий. And when we get something, when we naturally in the course of our work, there will be some gain. What should we, how we should use it? Конечно, когда мы работаем, мы получаем какую-то прибыль, и как же мы должны ею распоряжаться? We should use it for Krishna. Мы должны использовать ее для Кришны. Right. You get some money, you use it for Krishna. Если у вас есть деньги, используйте их для Кришны. We recognize Krishna as the proprietor. Мы знаем, что Кришна — верховный обладатель всего. We want to use everything in his service. И поэтому мы хотим задействовать все в служении ему. We have to understand that nature of the material world, that it's all Krishna's property. И мы должны понимать природу этого мира, мы должны понимать, что все является собственностью Кришны. And our body is also Krishna's property. И даже наше тело является также собственностью Кришны. Of course, we are the superior prakriti, we are the para prakriti, superior to the material energy. Конечно, мы высшая энергия, мы пара прокрытий, которая стоит выше, чем материальная энергия. We have consciousness, the material, the
the earth, water, fire, air, ether, they do not have consciousness. У нас есть сознание. Огонь, вода, эфир, у них нет никакого сознания. So we have that advantage that we can take all the objects of the material world. И поэтому у нас есть особое преимущество, что мы можем пользоваться всеми предметами, объектами материального мира. But we should only take as much as we need. Но мы должны брать только то, что нам необходимо. If we take more than we need, then we suffer. Но если мы берем больше, чем нам нужно, мы начинаем страдать. The problem is material world people, we're very greedy. Проблема состоит в том, что в материальном мире люди очень жадны. We want more, we need more. Нам нужно больше. People won't say, I have enough. Люди никогда не скажут, ну все, мне достаточно. Prabhupada gives an example. He said, if a bag of rice is left in the street, a little bird will come and take a few grains of rice. И Шрила Прабхупада приводил пример. Например, если на дороге лежит мешок с зерном, то маленькая птичка прилетит и съест всего лишь несколько зерен. But if we come, we'll take the whole bag. Но если мы найдем такой мешок, то мы заберем его целиком. This is the greed of the human being. Это жадность человеческого существа. We think this world is here just for us to exploit. Мы думаем, что весь мир предназначен для эксплуатации. So it belongs to Krishna, and Krishna wants us to use it properly. Этот мир принадлежит Кришне, и он хочет, чтобы мы использовали все, что здесь есть, должным образом. Use everything in his service. Он хочет, чтобы мы использовали все, что здесь есть, в служении ему. Just like woman gives birth to a baby. Например, когда женщина дает рождение ребенку. The child should be raised in Krishna consciousness. И этот ребенок должен быть выращен в сознании Кришны. She's given a responsibility. То есть у нее появляется ответственность за это. But nowadays people, they don't even like to have a baby. They want to have abortion. They want to have what? Abortion. Но сейчас люди даже не хотят иметь детей, они делают аборты. It's very common in China, even in India. Это очень распространено, например, в Китае, даже в Индии. One lady came in India, they were telling me she had 9 abortions. Одна женщина, она приехала из Индии и сказала, что у нее было 9 абортов. I know people in China who've had 3 abortions. That's not many. А я знаю людей в Китае, у которых 3 аборта, но это не так много. This is how materialistic people live their life. Это то, как живут материалистичные люди. Just for sense gratification. Просто для удовлетворения своих чувств. They say the world has no purpose but lust. Люди не имеют, они говорят, что мир не имеет иной цели, кроме как вожделения. So this is described in Bhagavad Gita, chapter 16, the divine and demoniac nature. Все это описано в Бхагавадгите в 16 главе, божественные и демонические натуры. Most of the population, most of the planet have cultivated demoniac nature. Большинство населения планеты развивает в себе демоническую природу. We have to change the nature, we have to change them. The demon can become devotee. И мы должны изменить эту природу, мы должны превратить демонов в преданных. They need association. Им нужно общение. Krishna consciousness movement is providing that association. И сознание Кришны дает им возможность такого общения. Showing people how to not only take care of children, take care of the cows. И показывает, что можно заботиться не только о детях, но и о коровах. Nowadays people love dogs more than cows. А в наши дни люди больше любят собак, чем коров.
one of the, I was in our Hong Kong temple, one Chinese woman came and she told me, she said, I sent a donation for the homeless dogs. В Гонконге одна женщина пришла к нам в храм и сказала, я отправила пожертвование для бездомных собак. So I said to her, what about the cows? What are you doing for the cows? И я спросила ее, а что, что насчет коров? Что вы сделали для коров, например? And I told her, every day so many cows are being killed. Я сказала ей, каждый день так много коров убивают. Cows are more valuable than dogs. Коровы имеют большую ценность, чем собаки. Dogs don't give milk. Собаки не дают молока. So then I had a book about cows, and she said, "Oh, can I get to read it?" She took my book about the cows. И у меня была как раз книга о коровах, и она попросила меня дать ей эту книгу почитать. So, you know, people just don't know. They don't have information. They don't get education about these things. И то есть мы видим, что люди просто не знают ничего о правильных вещах, у них просто нет об этом информации, у них нет знаний. We have to learn, we have to give people this knowledge. We should not just keep it for ourselves, we have to share it. И мы должны обучать людей, должны давать им это знание, должны делиться тем, что есть у нас, не должны держать это просто в себе. And they can also change, they can become devotees. И они также могут измениться и стать преданными. Devotee, we have to be compassionate on them. We want to try to help them to come out of their miserable life. И мы должны быть сострадательными, мы должны думать о том, как вытащить их из их греховной жизни. And Prabhupada also felt like that too. He said, if I have done anything, I have given a better life for so many people. И Шрила Прабхупада говорил, что если я и сделал что-то, так это то, что я дал лучшую жизнь такому количеству людей. We don't just care about the cows, we care about the trees, we care about the planet. И мы не заботимся только о коровах, мы заботимся и о деревьях, о целой планете. We're concerned about everything in this world. Because it's all Krishna's property. И мы заботимся обо всем, что существует на этой планете, поскольку все это собственность Кришны. Yeah. So yeah, we're into the environment, we're into the green movement, all of these things. But the most important thing is to become Krishna conscious. Да, мы можем заботиться о природе, заботиться об озеленении планеты, но более важно стать сознающим Кришну. One who is Krishna conscious, then he has all the good qualities. Тот, кто сознает Кришну, имеет все хорошие качества. But if one is not a devotee, cannot have any good qualities. Но тот, кто не является преданным, у него нет никаких хороших качеств. Even though you may be very, you may say, I am very honest, I never steal, I never do any harm to anyone. Вы можете сказать, что я очень честный, я никогда не причиняю вред никаким живым существам. I am a good person. Я очень хороший человек. But you're controlled by the material nature. Но вы находитесь под контролем материальной энергии. Sometimes you're good. Да, иногда вы хороший. But sometimes you're very bad also. Но иногда вы очень плохой. Because the modes of nature are like that. Потому что таковы гуны материальной природы. Sometimes goodness, sometimes passion, sometimes ignorance. Иногда вы находитесь под влиянием гуны благости, иногда страсти, иногда невежества. Right, Lalita Priya? Правильно, Лолита Прия? Правильно. Yeah. Sometimes we're very, very good, very nice chanting, and other days we're... Иногда мы повторяем очень-очень серьезно, очень хорошо, на другой день мы падаем в изнеможение. Material nature is like that. Такова материальная природа. But if we become devotee, when we are fixed in devotional service, then we cultivate the good qualities. Но когда мы развиваем в себе сознание Кришны, становимся преданными, тогда мы развиваем в себе все хорошие качества. Then we can see how we change. We can get rid of all the bad qualities and start to develop the good qualities. И тогда мы можем видеть в себе изменения. Мы избавляемся от всех неблагоприятных качеств и обретаем все хорошие качества.
we're more careful to keep everything clean. Мы начинаем больше заботиться о том, чтобы поддерживать чистоту везде. We're careful to avoid anger. Мы очень осторожно относимся к тому, чтобы проявлять свой гнев. We don't want to be greedy. Мы не хотим быть жадными. We try to control our senses. И мы пытаемся контролировать свои чувства. We control our tongue. Мы контролируем свой язык. Don't speak nonsense. Мы не говорим ерунды и не занимаемся сплетнями. It's the most difficult thing to control the tongue. Это очень самая сложная вещь – контроль языка. And when it's not controlled, then we speak nonsense. И когда язык находится не под контролем, тогда мы говорим всякие глупости. Prabhupada had one servant. Name was Upendra. У Прабхупады был слуга, его звали Упендра. And Prabhupada sometimes used to hear Upendra talking prajalpa, talking about other people. И этот Упендра занимался праджалпой, он говорил о каких-то других людях. And Prabhupada would call him in the room. Upendra, what were you talking? И Прабхупада позвал его к себе в комнату и спросил строго: Упендра, о чем ты говорил? And then Upendra, Prabhupada. Prabhupada had heard him talking about other devotees. И то есть Прабхупада услышал о том, как он обсуждает каких-то других преданных. And he said, why are you talking all this nonsense? И он спросил, зачем ты говоришь об этих о всех глупостях? He said, I know you can chant the verses very nicely from the scriptures. Я знаю, что ты можешь замечательно читать стихи священных писаний. Why don't you recite the verses from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam? Почему же ты не декламируешь стихи из Бхагавад Гиты или Шримад Бхагаватам? Why you have to talk all of this nonsense about other people? Зачем тебе говорить глупости о других людях? It is said, nonsense from nonsense talk will come nonsense thoughts. Говорится, что из глупых речей рождаются глупые мысли. And when we think nonsense, then we will do nonsense. И когда мы думаем о глупостях, мы эти глупости делаем. And when we do nonsense, then again, old age, again, birth and death will stay in the material world. И когда мы совершаем глупости, мы остаемся в материальном мире, снова рождаемся и снова умираем. We won't get out of this world. We'll have to stay here, taking birth and dying again and again. И мы никогда не выберемся из этого материального мира. Мы останемся здесь и будем рождаться и умирать снова и снова. So this is a big danger. Это большая опасность. We must be very careful. И мы должны быть очень-очень осторожны. They're very powerful. Every day make a habit to recite Shikshastikam, recite prayers. И имеет большую, очень большую силу то, что мы каждый день повторяем Шикшаштаку, возносим молитвы. In Bhagavad Gita, chapter 17, Krishna is talking about austerity in the mode of goodness. А в 17 главе Бхагавадгиты Кришна говорит об аскезе в гуне благости. There's austerity of the body. Существует аскеза тела. Which means austerity of the body is to worship superiors. И аскеза для тела является поклонение старшим. Like parents. Например, родителям. Russian culture, right? Это согласуется с русской культурой, правильно? Mm-hmm. Worship the parents and then also worship the devas. Поклоняться родителям, а также поклоняться богам. Guru. Гуру. We were worshiping Prabhupada last night. Например, мы поклонялись Прабхупаде прошлым вечером. This is the austerity of the body. Все это аскеза тела. And austerity of speech. Также существует аскеза речи. Is to speak the truth. Она состоит в том, чтобы говорить правду. Which in a way which is pleasing to others. Приятным образом для других. And also to recite the scriptures. А также декламировать священные писания. Very nice austerity. Очень замечательная аскеза. Recite Bhagavad Gita.
цитировать Бхагавад-гиту. Prabhupada said every day we should read one chapter Bhagavad Gita. Прабхупада говорил, что каждый день мы должны читать по главе Бхагавад-гиты. Mm-hmm. And then in 18 days you finish. И тогда за 18 дней вы прочитаете всю книгу. Then read it again. И тогда начинаете читать and снова. You do that 8-10 times. И сделайте так 8-10 раз. Then you start to know Bhagavad Gita. И тогда вы начнете понимать Бхагавад-гиту. But if we don't do these things, then we just talk nonsense. Но если мы не будем делать этого, мы будем просто говорить о глупостях. Prabhupada is called Грамья Ката, or village talk. Праджалпа называется Грамья Катха, или деревенская болтовня. Just like in the village, when the women go to the well or they go to the river, then they meet with each other. Например, в деревне, когда женщины идут к колодцу или к реке, они встречаются там друг с другом. And when they meet together, they will say, "Did you know the news? Did you hear?" И когда они встречаются, там они начинают друг с другом: "О, ты слышала новости?" "Oh, tell me more." "О, расскажи мне больше." This is called Gramya Katha. А все это называется Грамья Катха. But we want Krishna Katha. Но нам нужна Кришна Катха. Right? We want to recite the scriptures. И нам нужно декламировать священные писания. Sing the songs about Krishna. Петь песни о Кришне. The gopis in Vrindavan every day they're churning the butter, milking the cows, and they're singing songs about Krishna. И гопи, например, во Вриндаване, они всегда поют песни о Кришне, взбивая масло, либо когда доят коров. Every day they're singing these songs. Каждый день они поют эти песни. In this way they're always Krishna conscious. И именно поэтому они всегда находятся в сознании Кришны. So to be Krishna conscious is not difficult. И быть сознающим Кришну — это не так сложно. We just have to follow the process. Нам просто нужно следовать процессу. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Махарадж, вот вы правильно взглянули меня, в какой степени у меня, я поняла, что раджас меня захватывает, где мое смирение. Я думаю, что я говорю только правду и ничего больше правды. А когда бывает правда, несколько вариантов, значит, выходит мне закрыть рот и все. Ага. Правда, несколько вариантов. Это вы что имеете в виду? Ну, правда, это вера в Бога, а мирская, например, видишь человека, что надо... Ну, в смысле, вы имеете, как бы, имеете свою мысль, а кто-то, ну... Да, что Махарадж вот. И вопрос в чем? Это вопрос, как для меня... Лучше молчание, где говорить только ничего, кроме правды. Очки на ранге. The question that you told to me, just you ask, in what mode of nature you are. Just I know that I am often in rajas and talk a lot, talk everything, and there is situations when we want to talk something to another people, and we think that we tell truth to others, but sometimes truth is not one. There is different variants of truth, and what should I do in such cases? Just don't talk and be silent, or what? We said talk the Vedas. Мы сказали, что нужно говорить. Talk Krishna Katha. А говорить о ведах, говорить Кришна Катху. Don't worry about other things. Не беспокойтесь о других вещах. Just chant Hare Krishna and glorify Krishna. Просто повторяйте Хари Кришны и прославляйте Кришну. Speak the glories of the holy name. Воспевайте славу Святого Имени. Other things are not important.
остальные вещи не важны. So many other things you think, I have to say this, I have to say. You don't need to say. Существует огромное количество каких-то других вещей, о которых вы хотите поговорить, но этого делать не нужно. We need to control the tongue. Мы должны контролировать свой язык. We want to cultivate the mode of goodness. Мы должны развивать в себе гуну благости. You don't want to be in the mode of passion. Вы не должны быть в гуне страсти. Passion leads to distress. Гуна страсти приводит к страданиям. Passion means a lot of activity, a lot of material desires. Гуна страсти означает очень много какой-то активности и материальных желаний. And passion often leads to ignorance. И гуна страсти всегда приводит нас в гуну невежества. So as devotees, we want to try to cultivate the mode of goodness. И как преданные мы должны пытаться развивать в себе гуну благости. We have to know what we're supposed to do to cultivate the mode of good. И мы должны знать, что мы должны делать для того, чтобы развить эту гуну благости в себе. So you read Bhagavad Gita. Поэтому читайте Бхагавад Гиту. Read what is the divine nature and what is the demonic nature. Читайте о том, кто такие божественные натуры и кто такие демонические натуры. What is the nature of activities in goodness, passion and ignorance? И в чем состоит суть действий в гуне благости, в гуне страсти, в гуне невежества? So this place, of course, this planet is passion. Конечно, это место, эта планета, она находится в гуне страсти. You live in a city, it's a place of passion. Вы живете в городе, это место гуны страсти. Right? You're here in the city, and there's some passion here. Вы живете здесь, и здесь есть страсть. You have to be careful to avoid it, not to become contaminated, not to become influenced by that passion. И вы должны быть очень осторожными, чтобы не попасть под влияние этой гуны страсти. We see these ladies wearing the sari. This is the dress of the mode of goodness. И мы видим, что вот матаджи, они в сари, и это на самом деле одежда в гуне благости. The modern women today, they don't dress in the mode of goodness. Современные женщины, они не одеваются в одежду, которая в гуне благости. It's all passion and ignorance. Вся их одежда в гуне страсти и в гуне невежества. And when people eat, you know, we eat, we're careful what we eat. We eat food, which is also more connected with the mode of goodness. И мы должны быть очень внимательны к тому, что мы едим. То есть вся наша пища должна быть в гуне благости. We don't eat things which are very, very spicy, very oily. We don't eat food which has been sitting around for days. Мы не должны есть пищу, которая переполнена специями, или очень масляную пищу, или ту пищу, которая хранится там несколько дней. So all of these things are described to us in Bhagavad Gita. Все эти вещи описываются в Бхагавад Гите. We want to cultivate this, associate with the mode of goodness. И мы должны развивать это, мы должны находиться в гуне благости. At different times of the day, their influence, you can feel stronger influence of the modes of nature. В различное время дня вы можете чувствовать влияние различных гун природы. Early morning is the mode of goodness. Рано утром действует гуна благости. Night is the mode of passion and ignorance. И ночь — это влияние гуны страсти и невежества. We know at night people are going to the bar. Мы знаем, что по ночам люди ходят в различные бары, they're watching movies, смотрят фильмы. All of these kind of activities going on at night. И вся эта деятельность, она происходит ночью. Daytime, a lot of passion, go to work, make money. Днем очень много гуны страсти, люди ходят на работу, зарабатывают деньги. So devotees like the morning hour, the mode of goodness. И преданные, они больше живут, скажем, в гуне благости, и это время, оно утром. We like to protect or to
protect ourselves from these modes of nature. И мы должны защищать себя от этих гун материальной природы. Just like doctor is treating many sick people. Например, доктор лечит много больных людей. They have to take care they don't get sick. И они должны заботиться о том, чтобы не заболеть. Наранги is working in hospital. Many sick people there. Вот Матаджи Наранги работает в больнице, где очень много больных людей. She has to take care she does not get sick. Она должна заботиться о том, чтобы не заболеть самой. So we have to take care we don't get affected by passion and ignorance. Поэтому мы должны также заботиться о себе, чтобы не попасть под влияние гун страсти и гун невежества. We have to do nice sadhana, nice chanting, nice reading scriptures. Для этого мы должны иметь хорошую садхану, хорошее повторение и читать священные писания. You have deities, you should worship your deity. А у вас есть божества, вы должны поклоняться божествам. Now when you worship the deity, that should be the mode of goodness. И когда вы поклоняетесь божествам, это и есть гуна благости. You cannot worship the deity properly in the mode of passion. Божествам невозможно поклоняться должным образом в гуне страсти. Right? You worship the deity in the mode of slam the door. Вы не можете вот таким вот образом поклоняться божествам. We must be pure. Мы должны быть чисты. Правда. Есть препятствия, да, на пути преданного служения, так как достижение, ну, большая затрата, да, как бы труда для достижения, труднодостижимых материальных, для исполнения труднодостижимых материальных желаний, да, то есть. И Махарадж говорил тоже, что должна быть хорошая садхана и так далее, но вот мы видим, что труд многих мужчин, он начинается очень, ну, рано утром, да, заканчивается поздно. Что Махарадж мог посоветовать, потому что в этот момент, ну, садхана просто трещит там по швам. Да. The question is that you told that there are many obstacles on our way to devotional service. For example, you told that we should have good sadhana. But many men, they start their work earlier in the morning and finish late in the evening, and so sadhana is not very good. Exactly, what should they do? Change their job. Поменять работу. Find another job. Найдите другую работу. If they have to work early in the morning till late at night, then they have no time. Если они будут работать с раннего утра до поздней ночи, у них тогда не будет времени. There has to be some time for sadhana. У них должно быть какое-то время для садханы. Just like they have time, they have to have some time to eat. They have to have some time to sleep. То есть у них же должно быть какое-то время для того, чтобы есть, для того, чтобы спать. Therefore, they must also have some time for sadhana. Поэтому у них должно быть какое-то время для садханы. You cannot just say, oh, I'm so busy. Вы не можете просто сказать, о, я слишком занят. Then you think sadhana is not important. Тогда вы таким образом думаете, что садхана – это неважная вещь. No, everybody eats. Everybody will find time to eat. Каждый находит время для того, чтобы поесть. They have to sleep. They have to get some rest. Но и люди также должны спать, чтобы отдохнуть. But oh, sadhana, I have no time. А для садханы они думают, о, ну, у меня нет времени. Then they're thinking it's not very important. Поэтому и таким образом они думают, что это не так важно. So they're not serious to be a devotee. Таким образом, они своим поведением показывают, что они не серьезны, как преданные. Когда я пришла в общество, и у меня появилось очень огромное желание много времени служить, но я работала днем,
И тогда мой сын стал прогуливать школу, я пошла работать в ночь, и мне появилось много, много времени для служения. When то I... есть Кришна вот выполнил мое желание, но таким образом. When I came to Krishna Consciousness Movement, I just want to serve very much, but I was working for the whole day, and my son began to just to miss his school lessons, so I decided to work at nights. So in the day I have a lot of time. I have free time. So now after that, I had a lot of time to serve. So Krishna just give me what I wanted. Mm, very good. Классно. Lord Chaitanya also thought that why we should sleep every night, waste so much time. He thought, let us go and do kirtan all night. Господь Чайтанья говорил, почему мы должны спать по ночам, тратить столько времени на сон? Давайте выходить и петь киртан. Go to Shrivas Pandit's home all night, do kirtan. И ходил в дом Шриваса Пандита и целыми ночами пил киртаны. No need to sleep. Ему не нужно было спать. Наранги also decided, no need to sleep. Матаджи Наранги тоже спать не надо. So somebody is working all day, then chant at night. If they're working all day, then do your sadhana at night. Но если вы целый день работаете, тогда ночами садхану практикуйте. Prabhupada would get up at midnight and write the books. Прабхупада вставал в полночь и писал свои книги. Можно я расскажу одну историю, которая буквально недавно произошла с нами? May I tell you one story? Которая вообще поменяла тоже мой взгляд на некоторые вещи, которые мои служения. It changed my life and it changed my view on some devotional things. Мы вот недавно были в палаточном лагере на море под Находкой. Recently we were on that festival on Находка. И у нас там, у меня был такой первый опыт. Мы с Амшигапалом побывали на Харинаме. It was my first experience when I went to Harinam with Vamshigapal Prabhu. Вот. Ну, до этого я была уже тоже на Харинамах, ну так, рядом ходила, как зритель, а здесь я была прям участником этого процесса. Before it I just saw the Harinams and I stayed nearby, but I didn't take part in it. But now this time I just take part myself. И мы шли по берегу моря, ну, сначала мы шли с таким умонастроением, что это будет праздник, такой эйфории, в такой And радости. We were working across the sea, and we thought that it will be like a very nice festival for us. It will be very nice everything. Да, то есть понятия, ну, умонастроения служения не было, да, это было как праздник какой-то. There was no thought about service. Just it was like a holiday for us. И сначала у нас ничего не получалось, мы шли там, пели не в попад, танцевали не в попад, в общем, ничего у нас не получалось. And at the very beginning we just were working, singing and dancing, but not very good. Somebody thinks one thing, another thing another, just not in the same. А потом один из молодых людей из команды Вамшигапала подошел к нам и сказал, ну, вы делаете это для Бога, просто вот бросьте свои все вот эти там, да, брамачарин один, а делайте это для Бога, вот с таким настроением. И как-то у нас резко переключилось вообще наше состояние. And one of the Вамшигапал's брахмачарис came to them and asked, will you please do it for Krishna? Will you do it for God? Mm-hmm.
Мы шли по берегу моря, прям вот по воде, можно сказать, по песку. Было очень тяжело идти, юбки наши там все были мокрые по колено, ноги у нас в результате замерзли. Мы очень устали, мы почти 2 часа шли туда и обратно. Вот. It was maybe for 2 hours we were working and our skirts was just in water and we were cold and we were tired very much. Люди реагировали по-разному, некоторые, да, ну, радовались вместе с нами и танцевали. The people who were on the sea, they were just, the reaction was very, very difficult. Some were just happy and some were just very cruel. Ну да, была ситуация, когда один пьяный мужчина кинулся на нас там чуть не в драку и получился конфликт, но закончился он. There was one man who just was drunk and he became to fight even. Вот. Но в итоге все закончилось тем, что мы приехали в лагерь очень усталые, мы просто все физически не ощущали своих тел. But in the end, we just came to our camp and we were tired very, very much. Но внутри у нас у всех была такая радость и такое счастье и вообще. But inside we feel very happy. Да, и несмотря на физическую усталость, если бы нам сказали в этот момент, что давайте снова, то мы бы пошли снова. And at the time we feel that even if we were tired, if somebody just tell us let's go again to Harinam, we will go. И вот вот это вот момент этот, что понятие, когда ты делаешь это не для себя, да, не для того, чтобы там покрасоваться и повеселиться, а когда ты делаешь это для Бога и для людей, то есть воспринимаешь это как служение, относишься к этому как служению, то уже у тебя совсем другое внутреннее ощущение. So just understand that you have a different feeling when you do something for yourself or your senses and when you do something for God, for the people. И поэтому, когда мы ходим каждый день на работу и трудимся там с утра до вечера, и вечером идем усталые, замученные, у нас ни на что нет сил и желания нет, да, что-то делать. А потому что, ну, это делается, да, вот для достижения материальных наших целей. So understood when we just go to work every day, we do it just for ourselves, for just to achieve some material things, not for God. Когда ты связываешь, хотя у тебя тоже, да, большая физическая усталость приходит, но ты связываешь эту деятельность с Богом и со служением, то ощущения внутри совсем другие. And when you associate all your deals, all your activity with the God, you have inside a different feeling. Правильно. Очень хорошо. Yeah. Good. We hope more people will get the same experience. Мы надеемся, что больше людей получат такой же замечательный опыт. Go for Sankirtan. Пойдут на Санкиртану. Yeah. It's a good experience. Хороший опыт. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki. Jai.